Dottie releases. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький вагон найти. Представляешь? Надо что-то делать. Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну, ладно уж. Сожрут. До сих-то пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите. Может, нам с боем придется прорываться. Да и прорвемся когда. Неизвестно, что там дальше будет. Так я пригожусь. Я ведь лечить могу. И про мост я рассказала, что опустить можно его. Да, я же ему сказала про вагон в депо. Мы на нем приехали. Он удобный. Специально для долгой поездки готовили. Дядя Артём, возьмите нас, пожалуйста. Я буду себя хорошо вести и помогать буду. Честно-честно. Настёна, не доставай дядю Артёма. Не переживай, Настёна. Дядя Артём с нашим командиром поговорит и все решится. Ух ты! Дядя Артём главнее страшного командира с железными ногами. Ура! Ой, тише, доченька, так нельзя. Ну нет, дядя Мельник у нас самый главный. Но мнение дяди Артема он очень уважает. Да, дядя Артем? Я уж и сам за этим вагоном собрался было. Да куда там? Пост, оккупанты, трибунал. Ну ты в курсе. Так что вы, Саня, уж постарайтесь на него повлиять как-то. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? Заберем, конечно. Не переживайте. Ну что ж, привет, Артём. Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Привет, Артюх. Видишь, как все срослось? Артём, подойди. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит.
Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христа не пущу, мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. А теперь я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами, со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, страшное дело. Из таких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий, что хочу сказать-то. Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артем, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там неважная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. Саня и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артем, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для Тихаря кое-что сделал, попробуй установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать. Артём, если что, верстак свободен.
Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артем, вы ведь на задание, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Он демонятом своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда-правда, они ночью появляются и светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Артём, ты же к терминалу? Может, князя встретишь, у него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Видел там людей. Я думаю, бандиты местные. За нами наблюдают. Оттуда еще гитару было слышно. Блатняк орали. Степан еще сходить отобрать хотел. Чтоб, значит, над инструментом не издевались. Может, освободишь гитару от оккупации? Порадуешь товарища. Степа, знаешь, какой репертуар? Русский рок, классика. Удачи, брат.